Лучшие пилоты мира слетелись в Подмосковье. На аэродроме Дракино стартовал уникальный чемпионат по управлению винтокрылыми машинами. Он проходит раз в 3 года и собирает профессионалов из ведущих летных школ России, Европы и Азии. В ближайшие 4 дня зрителей будут удивлять пилоты сразу из 11 стран. Что ждет гостей, выяснила Полина Крикун. Перед полетом он несколько раз обходит вертолет, проверяет винт и систему связи. Это лишь тренировка, но китайская точность в крови. Пилоты из Поднебесной участвуют в мировом вертолетном первенстве 2-й раз, поэтому в Москву защищать честь страны прислали настоящего аса. Чен – инструктор. Рассказывает, в последние годы у него очень много работы. Многие китайцы хотят научиться летать. Это могло бы решить проблему пробок. Отказаться от поездки на чемпионат в пользу обычных занятий молодой человек не смог. Попасть в Россию – его давняя мечта. Я уверен в своих силах и сделаю все возможное, чтобы выиграть. Но что самое сложное здесь — справиться с ветром. Сегодня, по крайней мере, очень сильно дует, и у меня совсем маленький вертолет. Но это не значит, что я сдаюсь. Еще посмотрим, кто кого. 51 экипаж и 32 вертолета. Борьба будет нелегкой, особенно этап навигации. Пилотам придется провести в небе больше 10 часов. Они готовы, усиленные тренировки. Последние полгода не прошли даром. Мы должны достойно выступить, за нами ведь все летчики Великобритании. Наш вертолет тяжелый, и он прекрасно справляется с любыми сложностями во время реальных спасательных операций, но для спорта он не приспособлен вообще. Хотя, честно говоря, каждый пеняет на свой вертолет. Это просто хорошая отговорка. Чей вертолет лучше, а главное, кто из пилотов талантливее, покажут 4 обязательные дисциплины – навигация, полет на точность, развозка грузов и слалом. Итак, безупречную технику пилотирования летчики оттачивают за несколько дней до начала соревнований. Привыкнуть к местности, осмотреться. Без этого ни один пилот в небо не выйдет. Есть 5-е необязательное упражнение программы чемпионатов мира – фристайл, который разыгрывается не на всяком чемпионате мира, потому что не всегда набираются пилоты более чем из 3 стран, которые хотят участвовать в этом упражнении. Под музыку, с дымами, это необычный пилотаж, это совершенно особенная вещь. И у нас заявилось 8 пилотов на фристайл, причем среди них будут 3 чемпиона мира. Сложные фигуры, в том числе высшего пилотажа, в подмосковном небе покажут летчики из 11 стран мира, в том числе Австрии, Германии, Великобритании, Польши, Китая и, конечно же, России. Кстати, именно наши пилоты считаются фаворитом уже который год на чемпионате мира по вертолетному спорту. 14-й чемпионат мира, по самым скромным подсчетам, соберет порядка 7 тысяч зрителей. И неудивительно, ведь такое вертолетное шоу бывает всего 1 раз в 3 года. Полина Крикун, Сергей Плужников, Ольга Семенова. Вести.